Дмитрий Янковский – это мой, в общем, коллега, с которым я отработала в одном проекте как минимум, «Мама Мия», он играл одного из моих возлюбленных. Это некое элитарное такое направление, которое доступно не всем. Доступно не потому, что они могут купить билеты, доступно в понимании. Вот такой фьюжн в стилях или кроссовер, как еще принято сейчас называть, ну, это является каким-то таким мостиком, наверное, между народом и вот этим, этой элитой. Да? Вначале, когда я услышала, что это будут шлягеры старые, наши, отечественные, совмещенные вот с классиками, это насторожило. Но потом, когда мне объяснили, что это будет подобрана гармония, это не значит, что будут просто перепеты оперным голосом шлягер, я подумала, а надо попробовать, надо посмотреть, потому что Дмитрий плох не сделает, я его хорошо знаю. И он каждый раз разрушает стереотипы, он идет по этому белому снегу, и да, можно провалиться, но пока он не проваливался. И пока все у него хорошо получается. И он молодец, что он ищет новую форму. Друг твой не пришел, вечер не сложился, просто не пришел и не извинился. Надо все пробовать, и нельзя говорить, ой, нет, вот этого нельзя совмещать, там, как можно, вот, попса и опера, какой ужас. Нет, если талантливо сделано, все может быть хорошо, так что посмотрим. Как люди, они одиноки, но все-таки тучи не так жестоки. Роскошный вечер. С роскошной музыкой, с массой не только каких-то таких физиологических, эстетических, но еще масса юмора. Но здесь еще помимо юмора еще и действительно было очень много интересных таких, я бы сказала, интеллектуальных каких-то музыкальных отсылок, в том числе из примеров кино, как мы сегодня уже обсудили, из своего «Исполка», из «Мороза». То есть это вот то, что называется «Было вкусно». Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Перемен требуют наши сердца. Это классно, потому что мы никогда не рассчитывали, что кто-то будет исполнять эти вещи оперным голосом. Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтаю. Вы просто экспериментируете. Да. И дай бог вам просто в этом эксперименте найти свою публику. Такой вкус, и так тонко это сделано, и так интеллигентно. И это вот то, что так сейчас, мне кажется, не хватает, потому что все такие усталые, замученные. Какая-то вот есть, знаете, вот серость, унылость. А тут приходишь, и у тебя и так хочется приобщиться, хочется быть частью этого действия.